Ну, на самом деле, так по счету можно сказать, что легко, можно сказать, выиграли. Но на самом деле тяжело было. Стали проигрывать опять первыми, пропустили. Ну вот. Сыграли по заданию, я бы сказал. Выполнили установку тренера, и за счет этого удалось победить. Не самое лучшее начало встречи было от нашей команды. С чем это связываете? Вторую игру первыми пропускаем. Не знаю, вот так получается. Это нас как-то мобилизует. Но такого не должно быть. Но будем исправлять ошибки. В первом периоде еще три удаления было у нашей команды. Это как-то Борис заставлял удаляться или сами? Это выбивает из колеи, на самом деле, эти удаления. Приходится обороняться, кто-то играет, кто-то нет. В перерыве поговорили, чтобы меньше удалялись ребята. Как бы, повнимательно играли. Удалось это сделать. В последних матчах ваше звено с Бодровым и с Лисиным смотрится очень ярко, да? Форму набрали все трое или взаимопонимание такое вот появилось? Ну, нас как поставили вот вместе, так и как-то с самого начала у нас пошло. И разговариваем много на тренировках, отрабатываем какие-то моменты. Дай бог, чтобы так продолжалось. А вот на последних двух матчах ваша супруга сидит на трибунах. Вот как-то добавляет какой-то уверенности, может быть, ответственности вот ее нахождение? Конечно, всегда приятно, когда супруга переживает, смотрит, даже что-то советует там после игры. Там. Поэтому две игры, она присутствовала, две игры выиграли. Приносит удачу, наверное.